Вітаємо вас на кухні, де все завжди просто, зрозуміло та, звичайно, смачно. Вже за кілька секунд ви дізнаєтесь, яким чином можна герметично закрити казан, аби з нього не виходила пара. Як перевірити, чи готовий плов? І що можна додати до плову, аби його смак був більш багатий, насичений і незвичайний? А поки що правильна відповідь на запитання вікторини. Що покласти на дно казана з пловом підготове м'ясо, аби забрати зайвий жир? Правильна відповідь – лаваш. Якщо ви готуєте плов жирних сортів м'яса, наприклад, з баранини чи свинини, частину жиру вбере в себе готовий лаваш або перепічка. Лаваш треба покласти під смажене м'ясо, а далі готувати плов за рецептом. Запахло як. Просто щось необыкновенне. Может быть, мясо убавить, то есть огонь немножко убавить, ничего там не бережем. Нам нужно быстро его обжарить, это будет тоже ошибка. Да, это будет нужно тоже ошибка. Нужно по максимуму сейчас его сжарить. Именно благодаря этому мясо не успеет высохнуть внутри. И именно этим жарка отличается от тушения. Важно запомнить. Следи за мясом своим, оно начинает уже у тебя поджариваться. А когда же туда овощи отправлять? Сейчас мы увидим, когда корочку на мясе, значит, можем отправлять туда... Корочку на мясе я начинаю потихоньку уже видеть. А в гастролях, кстати, мы, кстати, у нас есть даже целая диета. Какая? Ну, во-первых, мы не едим тяжелое мясо и не едим перед самым концертом, то есть минимум за 3 часа до концерта, чтобы была легкость во время выступления. Здорово. После концерта мы не едим свинину ни в коем случае. И не едим ни пельмени, ничего такого. Максимум немного рыбы заказываем. Ну, организаторам концерта, как говорится. Извините, да, что прерываю, но пора добавлять лук. Отлично. Ура! И вот тут наш коллега, рядовой Калинин, напомнил про лук. Сюда? Да. Прям весь? Прям весь. Сейчас наш лук размягчится, пустит сок. Все это смешается с мясом, но при этом не пригорит, не превратится в кашу. То есть перемешиваем? Да, перемешиваем. Он пропитает мясо соком. Поскольку в луке есть немного кислоты, мясо еще получит дополнительную мягкость. То есть здесь все сделано один к одному. Как только мясо слегка обжарилось, нужно закладывать лук, чтобы он вместе с мясом протушился подольше. Это даст мясу необходимую сочность и мягкость. Предлагаю убавить огонь до среднего. Мы ждем, чтобы лук стал немного прозрачным, немного мягким, но, конечно же, не пригорел. Сереж, ну ты же, наверное, кроме плова еще что-то пробовал готовить? Может быть, даже с гастролей привозил рецепты? Вы знаете, очень хорошо рецепты. Получается гречневая каша с молоком. Так. Прекрасно просто. Кстати, не так просто сделать хорошую гречневую кашу с молоком, извините. Согласен. Вы знаете, я и не делал хорошую. Приходи еще раз. Морковочку будьте добры, потому что лук уже готов. Он стал мягкий, но не развалился. Да. Не поджарился, но, тем не менее, стал уже полупрозрачным. Сейчас самое время солить наше блюдо, поскольку все обжарилось. Соль не вытянет лишней влаги из мяса. А как солить? Я не понимаю. То есть как на глаз? На твой вкус. Вот интересно, какой у тебя вкус к соли. Вперед. Какой у меня вкус к соли? Ну, не к женщинам же. Ну, к женщинам у меня более размытая ситуация, чем с солью. Не надо. Так. Ого. Сергей. Так. Так. Начнем с этого, да. Хорошо. Ну, здесь я вижу примерно чайную ложку. Давай насыпем и попробуем. Да не стесняйся, давай, давай. Чуток перемешай, только не сильно, чтобы не развалились овощи. Можешь взять ложечку или вилочку и попробовать что-нибудь. Может быть, кусочек. Чуть-чуть хотя бы. Ну, то само собой. Подвигать, да, шкуру. Так. Не а не помнишь, что узбеки твои добавляли? Нет. 100% они добавляли зиру, также у нас известную как кумин. Ну, должно быть известно тебе это название. Как не, зиру. Зира, не... да. Да, без зиры не обходится ни один плов, неважно, он из мяса такого или другого. У Нади, конечно же, есть кумин. Да. Это запах плова. А это что? Горчичка. Нет. Это куркума. Мы добавляем для цвета, так, а также добавляем барбарис. Барбарис? Да, нет, не барбариски конфетки, прошу не путать. Ягода барбарис сушеная. Ягода барбарис сушеная. И красный перец. В принципе, не так много. Вот, Сереж, барбарис. А, все, я вижу.
Желательно покупать специи целыми, а уже потом перед приготовлением их растирать или сушить, или поджаривать. Мы добавим специи в плов, и именно под воздействием высокой температуры они раскроют свой аромат. Почему? А потому что там находятся ароматические масла в специях, и, как известно, масла от высокой температуры начинают испаряться. Итак, значит, соль мы посолили, это понятно, да? Потом берем куркумы с бундурджук и бурбумак. Давай зиру. Зиру. Но не сразу ее кидай, возьми, насыпь себе на ладонь, скажем так, как пятикопеечную монету. Так. И потри вот так. Угу. И сыпь туда прямо. А для чего именно так? Ну, мы их немного растираем. Это такая ручная ступка. Да. Я предлагаю порезать половину перца. Сереж, да. Товар, раз ты уже начал куховарить, нарезай половину перца кольцами. А, вот этого? Угу. Миллиметр два толщиной. Да, забираем. Это много. Ну, вот так, да. Прощай. Я ж тестирую перец. Все по местам. Пойдет. Врагу не сдается Калинин Сергей, когда перец весь дожирает. Доедает. 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 Мы добавили куркуму, мы добавили зиру, мы добавили острый перец. Чего мы не добавили? Мы не добавили... Думай, 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 думай. А, кисленькие барбариски. Барбариски. Да, кисленькие барбариски. Ну, так тоже на... О. Вот так, да? Да, просьба не путать с изюмом. У нас, получается, специи все сушеные. А свежие можно брать? Свежий барбарис, свежий кумин. Как раз вот... сухие специи идеально подходят для таких блюд, как плов, в которых есть влага и в которых есть высокая температура. Потому что свежие специи, они быстро потеряют и вкус, и аромат, потемнеют. Блин. А что же рис? Да. Да теперь уже можно и без него. Воду сливаем? Я думаю, да. Но Сережа лучше знает. Ну, конечно. Так, что мы имеем? Он длиннозернистый. Он длиннозернистый, но при этом он приобрел вот этот вот молочно-янтарный цвет. Это вот первый признак того, что рис будет вариться быстро и счастливо. Рис полчаса находился в теплой воде. Самое время воду сливать. Собственно, мы приближаемся к кульминации, как ты и хотел. Рис выкладываем сверху. Важно ничего не перемешивать. Да, не перемешивать категорически. Это действительно еще один секрет приготовления настоящего идеального рассыпчатого плова. Мясо с овощами остается внизу. Да, молодец. А рис выкладываем сверху и ни разу не перемешиваем. Не перемешиваем. Ключевой момент, который не каждый узбек вам расскажет, а я расскажу. Ребята, кажется, мы подошли к ответу на следующий вопрос теста. Какой водой заливать плов? Я сказал, холодная. Да. А рядовой Калинин сказал, нет. Заливать нужно обязательно кипятком. Нам нужно сохранить температуру высокой, чтобы все продолжало готовиться дальше. Вот у нас кипяток. Отлично. Из него идет пар. Но не вздумай лить сразу. Нет, сразу нет. Почему? Потому что ты так сказал. О, учишься. Секрет. Фишка такая есть для плова. Не лить воду прямо туда, потому что все расползется. А положить какую-то тарелочку, блюдце или что-нибудь подобное. Я вижу, у тебя есть вот подходящая вот такая штучка. Вот так, кладем. И вот на нее уже льешь воду, и все растекается равномерно. Прекрасно. Да, смотрите, работает. Вода должна покрывать рис на 2 сантиметра. Сейчас, когда уже вода поднимается над рисом, видно, какой наваристый соус там получился. Из лука, моркови. Вот это цвет, который отличает настоящий плов от рисовой каши, которая у некоторых получается, к сожалению. Блюдце там не будем оставлять? Нет, не будем оставлять.
Так, теперь я бы немного присолил. Давай я посыплю, а ты посмотришь, сколько. Получился такой солевой раствор, и он будет впитываться в рис. А в чем фишка здесь? Что нужно сделать огонь на максимум. Это важное, очень важное замечание. Почему? Потому что нам нужно, чтобы вода... Он же так кипел. Нет, нам нужно, чтобы вода, которая на поверхности, напоминаю, да, что было 1,5–2 сантиметра, не выкипела полностью, но ушла с поверхности, то есть ее не стало видно. Она будет еще находиться в рисе, в мясе, но на поверхности ее не будет. И вот когда это произойдет, вы узнаете следующий секрет. А пока я напомню тот секрет, который Сергей уже раскрыл, который является правильным ответом на вопрос теста. Это был вопрос, какой водой заливать плов? Чтобы плов получился вкусным, разваристым, а рис проварился равномерно, заливайте плов кипятком. Кипяток должен покрыть рис на 2 сантиметра. Ребята, сейчас мы видим то, к чему стремились. Вода ушла с поверхности, вот она чуть-чуть бурлит уже под верхним слоем риса. Это значит, что наступил важный момент в приготовлении любого плова. Нам нужно сейчас убрать огонь на самый минимум, герметично закрыть крышкой и ждать, пока плов дойдет 15-20 минут уже до окончательного своего состояния. И это правильный ответ на еще один вопрос теста. На каком огне нужно доводить плов до готовности? Сергей ответил совершенно правильно. Нужно сделать минимальный огонь. Возьми, пожалуйста, предмет под названием шумовка. Так. Подходи к казанку нашему. Так. И собирай рис вот так вот в небольшую горочку с боков в середину. Вот обратной, с боков в середину? Обратной стороной. А да, что вот это вы делаете? Мы делаем холмик. Для чего? Для того, чтобы все равномернее протомилось. А в середину мы положим нечищенную головку чеснока. То есть мы берем чеснок нечищенный, не разрезаем ни на какие части. Давай, Писаренко, его наполовину головы опускай. Вот так? Нет, прямо пук. Так совершенно никак не обрабатываем чеснок? Никак. Он будет томиться, и все, достаточно. И отдавать свой аромат, но при этом мы избежим вот этого, знаешь... приторного, так да, сказать, вкуса приторного чеснока. Чеснока, такого чесночного чеснока. Угу. Скажи, пожалуйста, Сереж, ага, за счет чего будет готовиться сейчас рис, если вот здесь, вот где верхние слои, воды абсолютно нет? На самом деле наша задача сейчас максимально плотно все закрыть, чтобы там образовалась паровая камера, знаешь, такая, как паровой котел. Этого мы можем добиться с помощью полотенца. Вот тут я покажу, как это сделать. Прежде чем мы накроем и загерметизируем нашу кастрюлю, остался последний штрих. Вот берем ложку или что-нибудь такую, палочку, и проделываем вот такое отверстие. Видишь? Одно? Ну, несколько. Вот, Сергей, сделай еще там 3 штучки. Да, да. Это необходимо для того, чтобы пар циркулировал, да, то есть не собиралось все внизу, и мы получим такую замкнутую паровую камеру. Теперь мы можем все это уже герметично закрывать, и оно там будет томиться, доходить, впитывать все эти вкусы, мясо, морковку, и это будет настоящий плов. Для того, чтобы плов был ароматным, головку чеснока нужно полностью погрузить в рис. И пусть они готовятся вместе. Давайте герметизировать плов. Давайте герметизировать. Давайте. Иначе мы не успеем загерметизировать. Он произойдет разгерметизация вот, берем кастрюли. Так. Ну, хотелось бы, конечно, как чтобы... Как ты думаешь, что нужно дальше сделать? Ну, крышку, конечно. Давай. Ну, по-моему... Герметично. Ну... Готов. Нужно минут 10-15, чтобы он хорошо пропарился и стал достаточно мягким. Для нас с вами время прилетит незаметно. Как же, Сергей, проверить готовность риса, если нельзя открыть кастрюлю? Кастрюлю открыть-то можно. Так. Для этого разровняй чуток. Ну, как бы так, да, аккуратнее, аккуратнее. Сейчас я уберу женщина специально для тебя чесночок, для того, чтобы ты взял шумовку так и обратной стороной похлопал, а я буду слушать. Плов чавкает. Хлюпает. Это значит, в нем сохранилась еще вода, ага, влага. Это значит, что нам нужно проделать обратную операцию, накрыть. А что бы такого к плову подать, Сереж, чтобы он еще краше стал, еще вкуснее? Подается помидоры и лук, но без масла. Ну, соль, понятно, присолить, нарезать все. Консервированные тоже можно? Если нет хороших сезонных, то консервированные лучше даже, чем обычные. Я припасла. Давай. Сергей Писаренко, а ну-ка пошлепай
наш плов разочек еще. Хлопай. Тихо? Угу. Да. Глухой. Тихо, как в лесу. Все. Проверить готовность плова можно с помощью шумовки. Аккуратно похлопайте ей по поверхности плова. Если плов издает хлюпающий звук, значит, ему еще нужно поготовиться. А если звук сухой и глухой, значит, плов готов. Вот теперь уже можно перемешивать. Да. Мешать? Мешай. Чем? Какой? Зеленый или деревянный? Любой. О, желтый. Любой. Хорошо. Любой. Хорошо. Главное, мешай. Вот человек, а? Просил же ж. Плов, дай ему, дали ему плов, а он не мешает. Мешай, мешай. Давай, давай. А как пахнет, а? Ух, боже ты мой. Теперь я буду вас угощать. Да, угощать. Вот это был единственный раз, когда нужно перемешать плов. Что это было? Боже, как это пикантно, спасибо. А ты хочешь попробовать сделать такую красоту своими руками? Хочу. Сереж, давай. Ну-ка попробуй. Ну-ка. Значит, как-то ты так сюда столько всего делал, а теперь... Казалось бы, да? Да. А нет. Да, вот. Ну это вообще да, просто. Да. Вот это, наверное, какая-то традиция. Это уже не просто. Это же не просто вот для еды, а вот для того, чтобы это было как-то национально, традиционно, да? И да. С мяском, с мяском. Нет, ничего не пригорело. Всю... Ничего не Слушай, пригорело. Класс, да? Вообще, ты доволен? Я доволен. Так, прижмем. Понимаешь? Да. Теперь. Так. Так, правильно. Опа! Ну не чудо ли? Чудо. Идеально. И пока Сергей наполняет еще одну тарелку, я напомню, как мы готовили плов. Давай. Заодно и мне. Для приготовления плова берем говяжий антрикот, говяжье ребрышко, длиннозернистый рис, морковь, лук и пряности, зиру, сушеный барбарис, куркуму, а также стручок красного перца. Рис 3 раза промываем под проточной водой, затем замачиваем на полчаса в теплой воде. В казан наливаем растительное масло, ставим на сильный огонь и ждем, когда появится легкая дымка. Бросаем в горячее масло разрезанную пополам очищенную луковицу и говяжье ребро. Жарим до коричневого цвета. Потом лук достаем из казана, а к ребру добавляем порезанные кусочками величиной чуть больше грецкого ореха антрикот. И продолжаем жарить на сильном огне минут 7-10, пока кусочки не покроются зажаристой корочкой. После этого добавляем порезанный полукольцами лук, перемешиваем с мясом, убавляем огонь до среднего. Лук должен пропариться и стать прозрачным. Затем добавляем порезанную соломку морковь, приправы и соль. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим минут 15. Из замоченного риса сливаем воду и выкладываем его ровным и плотным слоем на мясо с овощами. Ни в коем случае не перемешиваем. На немного подсоленный рис ставим небольшое блюдце и льем кипяток. Кипяток должен покрыть рис на 1-1,5 сантиметра. Огонь делаем максимальным и ждем, пока с поверхности полностью исчезнет вода. Когда это произойдет, рис собираем горкой к центру. В середину горки вставляем целую неочищенную головку чеснока. И длинной палочкой делаем несколько отверстий в рисе. Плов плотно закрываем, обернув крышку тканевым полотенцем. Убавляем огонь до минимального и ждем готовности плова минут 10-15. Герой дня! Человек, который еще час назад не умел готовить плов, который не знал, что предъявить друзьям. И вот, Сереж, ты можешь поверить, что это ты приготовил такой великолепный, ну, идеальный плов? Давайте, как будто вы мои сослуживцы, узбеки. Ну, я такое говорю, ну... Расправил. Я так. Угощайтесь, Рахим и Абдулла. Сам приготовил. Рахим, бери этот, Дула, любой выбирай. Я это не поняла, не как ты мог не проголодаться за это время? Я проголодался за это время. Я знаешь, как проголодался? Пробуем. Вот да. Ну-ка. Можно с помидорками. У меня сегодня прямо инсайт. Озарение. Я реально сегодня... Во-первых, я запомнил все. Просто, получается, все нужно вовремя и грамотно сделать. Совершенно мяско верно. Нарезать правильно. И вовремя морковочку, и нарезать морковочку верно. И вот даже помидорчики, чтобы в холодильнике были. И все. Ничего никуда не разваливается. Все пропарено, все прожарено. Это плов? Да. Который ешь и хочется есть. Невозможно остановиться. Невозможно остановиться. Это плов, аромат которого распространяется по всей кухне. И у меня такое впечатление, что это действительно готовили узбеки. Чего вы хотите от плова? Да. Что?
чтобы рис был рассыпчатым. Он должен быть рассыпчатым, но и не должен быть сухим, правильно? Совершенно верно. Не должен быть сухим. Это в меру влажный рассыпчатый рис. Каждая рисинка отдельно и в то же время все они абсолютно готовы. Морковь. Да. Как она прекрасно морковь сочетается. Да? Не обескучилась. У-у-у. Да, сохранила свои вкусовые качества. Я, как инициатор процесса обучения, очень-очень доволен. Ребята, приезжайте к нам. Угощу пловом. Прямо из Ташкента. Приезжайте. Мы с вами это видели буквально за час. Сергей Писаренко научился готовить идеальный плов. И у вас получится. Готовьте с нами, и все буде смачно. Дивіться в наступній програмі. Неймовірні секрети приготування пишного, ніжного бісквіту. Разом з вами зіркова гостя Даша Трегубова дізнається, що додати до бісквіту, аби він не опав після випікання. Як легко дістати бісквіт з форми. Та головне, неймовірний рецепт солоного бісквіту з курятиною та болгарським перцем. Тільки у «Все буде смачно».